Всем-всем-всем привет, дорогие друзья, с вами канал Гандикап, я Диман. Кто новый подписчик на канале, вам отдельный салют. Экстренный выпуск на канале, экстренный выпуск. Выпустили одного из моих любимых игроков. Раньше я за него любил играть, это Карлос Тевес. И мы на него сделали сборочку, и хочу я вам показать эту сборочку и посоветовать данную сборочку сделать. У вас есть на это 2 дня. Погнали. У меня уже все собрано. Сейчас я вам все покажу. Это обалденные статы, я не знаю. Мое мнение, это были допущены какие-то у яшников ошибка. Потому что сборка дорожает, сборка. Вот моя сборка, у меня эти мои игроки были, вот эти вот, информ был. Вот моя первая сборка, игрок команды недели, 2 Аргентина нужны. Повезло. Ну кому? Я по большей части уверен, то, что, ребят, вы этого игрока вообще соберете за бесплатно. Потому что, сами смотрите, какие требования. Просто требования бавные, смешные требования. Я не знаю, почему яшники такие низкие требования за такую карточку попросили. Нация хорошая, Аргентина, всегда можно залинковать. И иконы есть, и Дибала есть, и Гомес есть, и Агуэра есть, и Месси есть. Ну и статы бомба. Сейчас мы посмотрим эти статы. Погнали. Отправляем. Получаем пак. Пак я, ребята, открывать этот не буду. Не буду этот пак открывать. Я его открою, когда выйдет команда недели. Мы копим паки потихоньку. Собираем все СБЧ. Все, уже 10 паков у нас. Ну вот красные дьяволы. Красные дьяволы. Вот такая у нас сборка получилась. Вот такая сборочка. Чекайте, смотрите. Я считаю... 130 тысяч монет он мне обошелся, ребят. 130 тысяч монет. Все, так же идем в обмен. Еще 2 пака хороших дают. Вот в чем фишка-то. Ну и самый главный момент. Это Карлос Тевес. Папа. Папа. Сейчас посмотрим его статы. Они обалденные. Просто они обалденные. Я знаю за этого игрока, то что он обалденный. Он раньше в FIFA был вообще клевый. Пожалуйста. Вот он. Ну и давайте посмотрим, как он выйдет. Погнали. Йоу, просто йоу. Яшники, вот тут могу сказать спасибо вам за такую карточку. Давай, красава, пошел. Опа, братан подхрамывает. Памятник ему надо поставить, ребята. Красава. Физуха 85, удары 92, скорость 88, дриблинг 88, передачи 80. Ребята, что еще надо? Что надо еще? Давай домой. Составчик под Weekend League у нас собран. Мы пока не трогаем ничего, вот моя команда. Сейчас я вам покажу статы. У меня есть Гомес. У меня все есть, в принципе, чтобы его заюзать в нашей команде. Сейчас пойдем тестить его. Карл Стевес, добро пожаловать. Ну вот смотрите, ребята. Чем, кто играл за Тевеса ранее, он будет знать, чем он крут. У него всегда был мощный шот-повер. Сила удара 99, физуха. Давайте посмотрим. Выносливость 85, сила 85, напор 87. Бомба. Дриблинг. Бомба. Скорость. Бомба. Видение поля 84. Короткий пас 84. Как ЦАПа можете использовать? Я вот думаю на него поставить двигателя. Апнуть передачи, апнуть скорость и апнуть дриблинг его. Апается там вообще клево все. Вот такая карточка шикарная, ребята. Успевайте, собирайте. Я собрал. И, возможно, он у меня будет играть прямо в основе. Всем покедово, ребят. Много было, может, лишнего, но это нормально. С вами был Гандикап, я Диман. Ну, вы поняли. Будет спасибо. Ну и коммент можно под роликом оставить. Кто собрал, кто не собрал. И вообще, что вы думаете об этой карточке. Всем покедово.